15 лет. И только вот в этом году, 3 месяца назад, я отважилась, подошла и сказала, я хочу к вам. И вы тебя не съели. И меня не съели, вы не поверите, меня послушали. Вот. А потом, когда попробовали моих пирогов, сказали, все. Это все. Ну, что я хочу сказать. Значит, у нас сегодня тема «Ночь». Да? Ночь всегда очень занимательная тема, потому что день, да, это светло, это здорово, это солнечно, иногда пасмурно, а ночь, что-то есть в ней магическое, что-то есть такое волшебное, и иногда мы сладко-сладко спим и отдыхаем, делаем потягушечки, а иногда мы крутимся, вертимся, кусаем подушку, одеяло то скинем, то натянем на себя. И, в общем, ночи бывают совершенно разные. И вы знаете, я считаю, что очень многие взрослые – это просто чуть подросшие дети. И они помнят сказки, они их читают своим детям, своим внукам, и они все равно в них верят. И есть сказочные герои, которые соответствуют вот ночи. Есть такой герой Оли Лукой. Знаете, да? Это норвежский герой, и он совершенно замечательный гном. Ну и вот, вы знаете, когда мне сказали, что будет тема ночи, я измусолила там все свои мозги, вывернула их наизнанку. Я пыталась что-то читать про этого Оли Луко, и ничего хорошего я про него не прочитала, только то, что у него там есть брат Смерть, то есть брат Сон Морфей, да, который там вообще страшный такой, и с ним дружить нельзя. И вы знаете, я решила повернуть сюжет так, что наш Оли Лукое подружился с бессонницей. Вот такой он у нас чудной. Песня только-только, как свежий пирожок, поэтому, извините, я буду подсматривать, подглядывать, и не судите строго, вот она только-только... Надо говорить так, премьера, да, песни. Премьера. Звезды лукаво мигнули, тихо над нами раскроется зонт, чтобы спокойно уснули. Дети в обнимку с плюшевым мишкой, взрослые с тонкой потрепанной книжкой. Сон всех возьмет в чудный плен. Будут им сниться дальние страны, волны огромных чужих океанов, ветры шальные, ветры больших перемен. Оли Лукое, маг-чародей, зонт для больших, зонт для детей. Оли Лукое, стук башмаков, вот он и был он таков. Тихо бессонница в дом пробралась, ветер вспушив запахала. Кто-то мечтал ночью выспаться всласть, но приподняв одеяло, видит красавицу с огненным взглядом, что прилегла так затейливо рядом. Как тут спокойно уснуть? Тихо и ласково льется беседа, благодушья такого не ведал. Только попробуй просто в глаза ей взглянуть. Оли Лукое, маг-чародей, зон для больших, зон для детей. Оли Лукое, стук башмаков, вот он и был он таков. Оли Лукое, хитер и лукав, сны он не даст безвозмездно. Зонтик припрятав в сюртучный рукав, темный прикинулся бездной. Месяц представил своим коромыслом, звезды на нем равномерно повисли. Хоть ожерелье бледим, звезды бессонницы станут подарком, самым прекрасным, блестящим и ярким. Сможет поближе
близко к себе подпустить. Коли лукоем, ак, чародей, зон для больших, зон для детей. Оли лукое, стук башмаков, вот он и был он таков. Будут бессонница с гномом дружить, будет тандем бесконечным. Ночи со сном и без сна получить спор разрешен быстротечно. Будут без сна обнимать одеяло тем, кому время подумать настало, те, кто от дум не сбежит. Сны прилетят, как волшебные птицы, к тем, кто успел безоглядно влюбиться, к тем, кто влюблен в свою жизнь. Оле лукое, маг, чародей, зон для больших, зон для детей. Оле лукое, стук башмаков, вот он и был он таков. Оле лукое умеет дружить, солнцу с луной подражая. Может помочь все проблемы забыть, может, как льдинка, растаять. Зонтики детям и взрослым нести, тем, кто смеется, и тем, кто грустит, счастье и радость дарить. Сны, как бесценные старые книжки, сны для больших и сны для детишек, в дар за добро, за любовь приносить. Оле лукое, маг, чародей, зон для больших, зон для детей. Оле лукое, стук башмаков, был он и был он таков.